современном российском законодательстве усыновление однополыми парами уже запрещено. Потому что наш семейный кодекс четко говорит о том, что такое семейная пара, и говорит о том, что ребенок может быть усыновлен только такой парой. Мы сейчас внесли, правда, изменения в законодательство, которое облегчает способ усыновления для того, чтобы, например, отдельно женщина, если она обеспечена и у нее все в жизни в порядке, она состоялась, чтобы она могла усыновить ребенка или мужчина в таком же положении, да, то есть чтобы подстегнуть процесс усыновления. Но однополыми парами это не подразумевается, не предусматривается, и суд не имеет права выносить положительное решение в пользу однополых пар. Поэтому я считаю, что все подобные вот антигейские инициативы – это борьба с ветряными мельницами, это попытка войти в открытую дверь, которая нужна только для одного – для того, чтобы делать на этом пиар. Вместо того, чтобы решать реальные, настоящие проблемы, которые у нас есть в стране, а они у нас есть и со сферой ЖКХ, и с зарплатами, и с ценами, и с образованием, и с медициной, мы вот боремся с некими геями, которых мало кто из жителей нашей страны вообще когда-либо видел. Я считаю, что вот эта истерика, она абсолютно недостойна, она в конечном итоге нарушает международные обязательства Российской Федерации. И если у кого-то чешется вот в этом месте, то можно чесать у себя дома, а не использовать для этого российское законодательство.